Здравствуйте, приветствую вас на канале Европлант Лайф. Знаю, что вы соскучились по нашим роликам. Прошу прощения, что мы так давно не выходили в эфир, но на то был ряд причин, думаю, что всем вам известным. И это то, что отключили монетизацию на YouTube для России, и то, что у нас эксперты летом, как обычно, очень заняты, особенно наши эксперты, очень востребованные люди, и работы очень много. Ну и также у нас сменился оператор. В общем, все как-то не складывалось, но я надеюсь, что мы наверстаем. Но сегодня наш репортаж будет из моего сада. Ну, сад громко сказано, это дача, тут и огород, и сад, и растения, и экспериментальная площадка садового центра Европлант, куда попадают растения на полевые испытания, прежде чем поступить в продажу. И сегодня, как вы догадываетесь, не просто так я стою рядом с гортензиями. Надеюсь, что вам еще всем не надоели сюжеты про метельчатые гортензии. Но конец августа. Как же без них? Мне кажется, что стоит возобновить наш поздно начатый сезон именно с рассказа про гортензии. Ну и сегодня не будет обзора сортов, агротехники, обрезки, посадки. Я думаю, что большинство из вас уже неплохо изучили эту тему. Материала было довольно-таки много и на нашем канале от Натальи Самойленко, и на многих других, поскольку коллекционеров гортензий сейчас очень много. У меня всего сейчас на данный момент 11 сортов, я не могу похвастаться изобилием, но я неплохо знаком с историей метельчатых гортензий и теми фактами, которые вам мало известны. Поэтому я постараюсь сегодня вам дать ту информацию, которую вы наверняка раньше не встречали, и ее не так просто, в принципе, найти даже на огромных просторах интернета. Поэтому начнем вот с этого вот кустика, рядом с которым я стою. Уверен, что сейчас многие подумали, да, это гортензия фантом, мы ее все знаем. На самом деле нет. Это одна из первых гортензий, которая была, в принципе, введена в культуру в мире. Она была найдена Францем Зибальдом, известным ботаником. И я думаю, что все знают растения, которые носят его имя. Это и кустарники, и многолетники, и деревья. И вот этот замечательный человек, в принципе, и привез из Японии гортензию под названием грандифлора. Вот там так в Японии прямо в лесу стояла табличка грандифлора. Ну, вы знаете, что, наверное, в переводе, да, грандифлора — это крупный цветок. И действительно, это гортензия с очень крупным цветком. Гортензии в природе, видовые, они, как правило, имеют исключительно фертильные маленькие цветочки, которые опыляются, завязывают семена. А вот эти вот стерильные — большая редкость. Ну, и как бы эта гортензия за счет вот этой вот мутации приобрела свой такой красивый вид, крупную такую вот шапочку около 30 сантиметров, и была привезена аж 160 лет назад в Европу. Большое распространение в России гортензии получили только где-то в 50-х годах прошлого века. И, естественно, эта гортензия приехала одной из первых к нам, попала в наши сады, вымахала до удивительных размеров, потому что поначалу во многих еще старых справочниках написано, что сорт грандифлора достигает 1,5 метра. Просто это растение не до конца показало свой потенциал. На самом деле вырастает оно и до 3 метра, и у некоторых даже до 5. Это огромное, большое дерево, потому что именно этот сорт, это практически вид, можно сказать, видовая практически гортензия, имеет огромный потенциал роста, вырастая в очень такой большой масштабный куст. Но все зависит от вашего ухода, вашей обрезки. Я считаю, что сорт этот незаслуженно забыт, к сожалению. Сейчас его редко можно достать, хотя у него есть ряд замечательных преимуществ, которые мы обсудим, сравнивая с другим сортом. Вы думали, что это тоже грандифлора наверняка, но нет, вот это как раз и есть фантом. А фантом у нас, он, можно сказать, сын, брат, родственник. Похожи они с грандифлорой, как Зита и Гита. Но есть ряд принципиальных отличий. Закончим рассказ про грандифлору. У меня она появилась от очень старого экземпляра, который тоже попал в Ленобласти, возможно, и в 50-х или 60-х годах, когда всего у гортензии было совсем немного.
И этот сорт отличается тем, что он легко размножается отводками. Сейчас, как правило, все питомники гортензии черенкуют. Черенкуются гортензии у всех по-разному, у некоторых удачно, у некоторых нет, все зависит от сортов. Эта гортензия дает отводки. Практически через 2 года своего существования у нее появляются при корневой розетке веточки, которые можно откопать и отсадить. Гортензия, которая сорит порослью, что, мне кажется, для гортензии неплохо, потому что, мне кажется, такие кустики никогда не будут лишними. Еще ни разу не слышала, чтобы кто-то избавлялся от гортензии, как от сорняка. Всегда можно кому-то подарить, продать, рассадить, украсить. Из недостатков этого сорта. Когда проходит дождь, сразу видна разница между фантомом и грандифлорой. У грандифлоры не такие прочные побеги. К сожалению, она склонна к тому, чтобы разваливаться и паниковать. Кустики были обрезаны примерно одинаково, но тем не менее, вот в виде часть веток, она пытается опуститься вниз, лечь на землю. И после дождя она, в принципе, это и сделает, хотя потом, конечно, немножечко все-таки поднимется. Поэтому, когда куст будет увеличиваться, он все-таки, несмотря на очень хорошую обрезку, будет все-таки требовать каких-то подпорок, подвязок, что я, честно говоря, не очень люблю. Я буду стараться все-таки формировать ее деревом и ничем не подвязывать. Ну, у нас тут экспериментальная площадка, поэтому будем пытаться сделать из нее прям очень хорошее ландшафтное растение. Ну, у нас недавно был, вот 3 недели назад у нас был просто ураганный ветер, гортензии швыряло, тут просто, я думал, что их вырвет с корнем и унесет в Канзас. Но нет, ничего не поломалось даже. Они мотались со стороны в сторону, но потом все прекрасно поднялись, неплохо себя чувствуют. И вот 3 недели спустя, после жары, практически без полива, они очень хорошо замульчированы. Как все, наверное, помнят, большой толстый 5-сантиметровый слой древесной коры избавит вас от необходимости поливать растения очень часто. Практически это и не нужно. Влага будет сохраняться в земле, она будет рыхлая, а растение будет чувствовать себя хорошо. И вот немножечко мы отползем сюда, поближе к сорту «Фантом», вот, чтобы вы посмотрели. Эта гортензия, на самом деле, здесь сидит всего 2-й год. Была она посажена из маленького 3-литрового горшочка, обрезана практически на высоту 2 почек. Вот этот раз листочек, 2 листочка, она была обрезана. И вот в этом году, конечно, дала очень большой прирост. Год вообще, в принципе, выдался урожайный на гортензии, если так можно сказать. Потому что, ну, скажем, картинка нетипичная. Что сорт грандифлора, что фантом дали вот метровые приросты. Многие вот эти ветки, они растут практически от земли, они базальные, то, что называется. Или от пенька. И вот это вот все вырастает за 1 год. Для тех, кто боится резать гортензии, вот это очень показательно. То есть не бойтесь сделать слишком коротко, потому что все равно в итоге, ну, минимум вот таких высокорослых сортов, как фантом и грандифлор, вы все равно получите. Вот смотрите, я 1,90 м, эта гортензия где-то сейчас 1,50 м. Несмотря на то, что была обрезана примерно вот на такую высоту. Вот такие замечательные сорта. Я думаю, что мы сейчас пойдем и еще что-нибудь посмотрим у меня в саду. Что еще я хотел сказать про различия фантома и грандифлоры? Немножечко раньше все-таки, хоть и считается позднецветущей грандифлора, зацветает она чуть-чуть раньше фантома. Белизну держат оба абсолютно одинаково. Розоветь начинают они где-то все-таки уже ближе к сентябрю. Розоветь, зеленеть, а могут и не порозоветь. На самом деле, очень хорошее растение. И вот я немножко их так покидаю, чтобы вы видели, какая у них на самом деле прочность. Ну и я все-таки ленивым садоводам рекомендую заниматься обрезкой не весной, как это положено, а по осени. Поскольку, во-первых, вы поставите это все в вазу, это будет стоять у вас замечательно в виде сухоцвета всю зиму. Вы наделаете шикарных букетов для друзей. Ну и, во-вторых, обрезку всегда можно откорректировать весной. А осенью оставьте это растение в покое. Обрежьте его так, чтобы оно вам не мешало, и замечательно чувствовало себя в вазе, когда вы покинете дачу, если вы живете на даче, а не в загородном доме. Следующая гортензия, о которой я хочу вам рассказать, находится вот здесь. Сорт
тоже достаточно известный. Я вообще, в принципе, не гонюсь за коллекционными сортами. И возвращаясь к истории гортензии, вот в 50-х годах их было всего 8 сортов. Удивительно, да? Буквально 20 лет спустя их стало 10. В конце 90-х, в начале 2000-х их было около 20. Это всего лишь 20 лет назад. 20 сортов сейчас, их сколько? Это вообще огромное количество. Я даже, ну, не поддается исчислению. Это тоже один из старых и известных сортов, который называется Wimms Red. Он у меня был куплен одним из первых, несмотря вот на то, что он не впечатляет объемом. Это сама по себе просто гортензия, ну, достаточно не высокорослая, и была у меня немножечко заброшена, забыта. В этом году я за ней поухаживал, и она показала себя во всей красе. До этого она выдавала вот такие небольшие метелочки. И шапочка была вполне ландшафтной, вполне, мне казалось, вписывается в мой такой больше природный сад. Я не держу роз, не держу каких-то пышных растений, она мне нравилась. Но в этом году, вот если потом чуть-чуть поближе оператор снимет, можно будет увидеть, что ей лет 8, наверное, у нее лишайник уже просто вырос на побегах, которые не были обрезаны ни разу. В этом году я за ней поухаживал, внес все необходимые подкормки. Гортензия, как и все цветы, благодарно отзываются на подкормки. Если вы внесли комплексное удобрение, потом подкормили, положили серы, все-таки гортензии, даже те, которые не чувствительны к кислотности, будут благодарно отзываться на внесение серы, на внесение калия, на внесение магния. И вот она выдала мне вот такие вот просто огромные какие-то шапки. Одна из этих шапок, нигде в описании сортов я не нашел, что сорт Wimms Red может отращивать шапочки 45 сантиметров длиной, однако вот он их отрастил. Ну, вот она одна из самых ранних цветущих. Гортензию стоит посадить, потому что, в принципе, при благоприятной погоде, а не той, которая была у нас в Ленобласти в этом году, она может зацвести и вот в самом начале июля, и в июне, и будет радовать до поздней осени. Тоже замечательно смотрится в сухоцветах. Ну, и так, чтобы для общей информации, вдруг кто-то не знает, чем еще прекрасны гортензии, они практически ничем не болеют, не повреждаются вредителями, не имеют каких-то грибковых заболеваний. Есть, конечно, редкие случаи, не всегда везет. Но в большинстве случаев они, кроме подкормки и обрезки, и мульчирования почвы, ни в чем не нуждаются. И еще один сорт, о котором я хочу рассказать вам в этом ролике. Не будем делать его слишком длинным, перегружать вас информацией, потому что, ну, естественно, да, о каждом сорте гортензии можно рассказывать много. Но хочу остановиться на тех, которые мне вот нравятся, и я их смело могу рекомендовать всем. Это сорт Диамантино, тоже довольно-таки известный. Очень простой в уходе, тоже не требующий ничего. Я сейчас стою здесь на трехкомнатном своем погребе, она у меня сидит внизу, практически вот в песчаной насыпи. На самом деле гортензия тоже где-то достигает 1,5 метра, просто сидит немножко ниже меня, поэтому кажется такой небольшой. Но из преимуществ зацветает она одной из первых. Вот она уж точно не будет требовать никаких подвязок, потому что побеги у нее очень-очень жесткие, согнуть их не может ни дождь, ни ветер. Кустик будет всегда оставаться пышным. Сильные обрезки, формирующие каких-то навыков, тоже эта гортензия не требует. Режьте, как вам нравится, вот, исключительно опираясь на собственную интуицию. И она вас будет радовать большими красивыми шапками, краснеющими довольно-таки поздно, а зацветающая очень рано. Кто хочет шапки крупнее, режет ниже. Кто хочет шапочки помельче, вот такие, тот должен резать повыше. Эту ветку я просто пропустил, но тем не менее оставил, цветов на ней много. Пусть будет прекрасная, замечательная гортензия метельчатая Диамантино. Но знаю, что те, кто уже немножечко гортензиями накушался, для них расскажу еще об одном сорте, который нравится очень многим ландшафтникам, поскольку он хорош для сада в природном стиле. Потому что растение-то выглядит так, как будто бы оно, ну, вот просто росло и выросло здесь. Это гортензия конфетти. Сорт есть не у многих, он относительно новый. Хорош он тем, что, во-первых, он имеет запах. Во-вторых, он считается таким мотыльковым, потому что очень мало на нем стерильных цветочков. И они выглядят вот как бабочки, присевшие на куст. Что сейчас крайне вот ценится среди ландшафтных дизайнеров.
Гортензия тоже небольшая и тоже требует совершенно минимальной обрезки, образует круглый кустик. Правда, с той стороны, где стою я, здесь немножечко его задавили лилейники. Такая она в середине имеет розовые фертильные цветочки. Замечательно меняет цвет, появляются на ней какие-то зеленые мазки, розовые. Сейчас она только-только, к сожалению, начинает зацветать, но нетипичная картина для августа, поскольку у нас был холодный май. Так она будет в прошлом году, она у меня вообще была совершенно роскошная уже в начале августа, скажем так. Но вот, смотрите, выбор, мне кажется, для многих будет очевиден в пользу диамантина. Но, с другой стороны, хорошо иметь в саду довольно-таки разные растения. На этом все, не буду перегружать вас информацией. Надеюсь, что этот ролик был вам интересен. Если будут какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. А следующий сюжет, надеюсь, уже будет у нас из ландшафтного сада, созданного Викторией Самгиной. И он будет чрезвычайно красив, богат на растения, полезную информацию. Так что оставайтесь с нами, не уходите. Канал Европлант Лайф продолжает свою работу. С вами был я, Андрей Смирнов, ведущий канала Европлант Лайф. Всего доброго!